Всем привет! Вы на канале Криптобиотик, с вами Андрей. Совершенно случайно наткнулся на такую статью на сайте Forklog. Статья называется так: «Душевным спокойствием московских криптотрейдеров займутся психологи». Меня она очень заинтересовала. То есть российская компания Blockchain Fund занимается покупкой и хранением криптовалют. Ну, то есть можно инвестировать в этот фонд свои активы и зарабатывать с ними. Ну, конечно, наверняка не всегда зарабатывать. Но что заинтересовало меня в статье, что они ответственно относятся к своим клиентам и помогают им не только инвестировать, исходя из того, что у них в фонде работают специалисты с многолетним опытом, но также они поддерживают психологически своих инвесторов. То есть туда можно позвонить и, ну, посоветоваться, если вы, допустим, потеряли деньги, вам просто дадут грамотные советы. Прежде всего, конечно, дадут грамотные советы по инвестициям. Перед вами находится сайт фонда. Есть здесь вся информация на сайте. Будет ссылка в описании. Кому будет интересно, сможете перейти и все изучить более детально. Есть три вида инвестиций. Инвестиции в портфель, портфельная инвестиция. То есть вы инвестируете определенные средства, минимум $100 на минимум один месяц. Специалисты фонда подберут именно в какие монеты будет проведена инвестиция. Их будет, как правило, там 10, 15, может быть даже больше. Второй вид инвестиций – это в ICO-проекты. Здесь уже инвестиция от $1000. И третий вид инвестиции – это инвестиция, просто вот как в банке, вы можете положить на депозит и заработать до 2% годовых. Здесь то же самое, тоже инвестиция $1000 минимальная, и можно заработать 24% годовых. Перед тем, как инвестировать в этот проект или любой другой проект, обязательно прогуглите, поищите максимальную информацию о этом проекте или любом другом проекте, позитивную, негативную. Докопайтесь до истины, посидите, подумайте и потом уже принимайте осознанное решение. Ссылку на проект я оставлю в описании, как я уже говорил. Благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. С вами был Криптобиотик. Всем успехов. Пока.